Донорство должно быть безвозмездным, считают в общественной палате. Но это не значит, что доноров не нужно поощрять. В ходе 6-го пленарного заседания общественников было принято решение рекомендовать властным органам законодательно определить меры соцподдержки для добровольно сдающих кровь. Это, например, бесплатный проезд в общественном транспорте или выделение для доноров билетов в театры, кино. В настоящее время Ивановскую службу крови приводят в пример другим регионам. И нужно делать все возможное, чтобы остаться на вершине. По мнению ВРИО губернатора области, общественность в этом должна играть ведущую роль. Задача правительства – обеспечить это все организационно. А вот для того, чтобы это сделать вот именно таким общественно значимым действием на территории Ивановского региона, здесь, конечно, нужно прежде всего участие гражданского общества. И я очень рассчитываю, что результаты сегодняшнего заседания, они как бы станут определенным запалом, что ли, этого действия, и мы получим в обществе хорошую реакцию.